Всем привет, с вами Галактики, мы продолжаем играть в Dwarf Fortress, у нас очередная осада сейчас идет. У нас какой-то дворфийский мальчуган стал одержим какой-то идеей, вдохновением и собирается сейчас нам скрафтить что-то эдакое и собирает сейчас для этого материал. Давайте посмотрим, что там он уже насобирал. И кости, и камни драгоценные, и дерево, и кожа. Много чего насобирал, да? Давайте мы пока еще внимательно посмотрим, что у нас тут сверху происходит, как у нас тут осада вообще идет. Пока вроде хорошо идет. Из боевых репортов у нас только спарринг, что не может не радовать. Стоп, пес, ты куда делся отсюда? А вот он, наверное, да? А что ты тут делаешь только так далеко-то? Странно. А, еще один родился ребенок у нас. А, пса ведут обратно, окей. Ведут обратно. Вот, прошли опять возле клеток. Блин, не могли уже на клетку зайти. Хотя бы парочка еще. Ну, что ж такое? Что ж такое? Ну ладно, в принципе, пока они ходят где-то далеко, и это меня более чем устраивает. Вот. Давайте будем наблюдать за нашей копкой вот этого тоннеля. Кстати, как мы его будем копать? Вот это вопрос. Об этом я что-то не подумал. Не подумал. И... Так. Ну, глубиной в один блок нам хватит этого. Да, озера нам этого хватит. Глубиной в один слой, точнее, да, с головой нам его хватит. Больше делать не получится в любом случае. Давайте посмотрим сейчас еще, чем занимается наш буккипер. Ровно ничем. Ничем, совершенно. Давайте посмотрим, какие-то, может быть, у него скиллы появились. Можно как-то поставить здесь Nobles? Нет. Наверное, нет. Так. А кто же он у нас такой? Это ты? Нет, это Stonecrafter. Который учитель, который студент. Бим. Бим он, да, у нас? Буккипер, да. Пока что у него никакие совершенно новые навыки социальные не выросли. Может, ему что-то надо? Сейчас надо загуглить, наверное. Так, нам для того, чтобы он начал работать, нужно в меню знати. Так, что-то там произошло, по-моему, да? Еще кто-то родился. В меню знати. Выбрать буккипера, нажать settings и давайте поставим ему более высший уровень точности в крепости в нашей, чтобы он ходил и считал. Ну давайте пока второй ему поставим, я даже не знаю, или сразу самый высокий поставить, пусть работает. Нужно работать в офисе, бла-бла-бла. Все это понятно. Офис у него есть. Давайте мы, кстати, ему столовую тоже персональную выделим. Вот этим столом, да? И assign нашему буккиперу. Вот, отлично. На Вики еще написано, что, в принципе, три должности менеджера, торгового представителя и... нашего этого счетовода, то есть буккипер, менеджер и брокер, вот. Менеджер, брокер и буккипер можно назначать, в принципе, на одного дварфа. Еще кто-то родился, отлично. Но я что-то как-то не особо пока что хочу. Тем более я хочу, чтобы наш брокер копал. Мне нужно, чтобы он копал реально. Так, давайте теперь посмотрим, чем занимается
Буккипер. Вот, отлично. Он теперь занимается подсчетом. Подсчетом предметов. И теперь будут более точные данные здесь. Будут точные данные тут у нас. Не будут вот этих вот знаков вопросов. Ну, со временем, как только он посчитает все, да, тогда и не будет их. Вот, это уже хорошо. Так, тролли подошли. Надеюсь, они как подошли, так и уйдут. Что тут у нас? Начал таки, малыш начал мистическую конструкцию. Это просто замечательно. Это не может не радовать, на самом деле, что ему хватило всех материалов, и он себя занимается уже своим желанным делом. Стали так троллики. Стоят такие, думают, блин, как бы нам туда забраться? Как бы нам сожрать всех этих дворфов? В принципе, у них может получиться забраться с этой стороны. Тут же у нас нету стенок, правильно? Здесь стенок нету. Так, как у нас тут копают? Не копают. Ну, потому что у них где-то на вот этом уровне тут что-то стоит. Да, здесь еще что-то тоже стоит. Угу. Ну, пусть копают, пусть занимаются. Я, в принципе, не против. Так, у нас 9-10 бездельников. 10 бездельников — это непорядок. Хоть бери и убирай на самом деле здесь эти не вагонетки, а телеги, короче. И пусть вручную носят. Вручную носите, идите, давайте камни, собирайте. Бездельники. Бездельники. Так, у нас много сейчас остановленных строительств, которые нужно будет потом со временем возобновить. Так, а где эти тролли? Вот, они отходят, хорошо. Я вообще надеюсь, хотя, по-моему, только зима начинается, да? Вот только снег тут начал появляться. Ну, посмотрим. Но я надеюсь реально, что сейчас в этой серии зима-то уже закончится. И осада, собственно, вместе с зимой закончится. А потом новые мигранты, потом новые караваны и новое строительство новых каких-то интересных штук. Надо будет здесь реально башню построить. Да, вот снег сейчас пошел. Засыпает потихонечку все снегом. О, камень несут, молодцы. Только вот я не хотел, чтобы шахтеры камни носили. Шахтеры, почему вы носите камни? Майнинг. Давайте так сделаем. Майнинг. О, у меня только у двоих шахтеров отключена переноска. Давайте мы уберем им переноску, потому что шахтеры самые важные товарищи в нашей крепости, и носить вещи им не надо. Они копают и бросают все предметы на пол. Так, комет. Все. Ну, есть еще два потенциальных шахтера, но... Но я даже не знаю, взяли ли они в руки. Рейнджер тут у меня почему-то. Рейнджер. Почему ты стал шахтером? Я что-то не понял. Шутки. Давай, иди. Иди работай. По своей специальности. Так, сделал. Сережки. Сережки. Это здорово, наверное. Дворфийские тетки теперь могут одеть себе сережки. Так. Смотрите, 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 что происходит. Правильно, ничего не происходит. И это замечательно. Комбат. Где-то комбат был у нас. Тролль решил убить
Рейвен, ворон, ворона, ворона, короче, да, она на тролля она бросилась, или тролль на ворону каким-то чудным образом решил наброситься, так. Но это меня мало волнует. Меня вот что действительно радует, так это то, что вот спарринг пошел уже более-менее интенсивный такой, это во время спарринга нормально скачаются скиллы боевые. Нужно еще проверить, чтобы у всех наших дворфов оружие было нормальное, потому что оружие мы сейчас, в принципе, наделали уже. И чтобы у них у всех было серебряное, как минимум. Как минимум. Так, кто-то подрос до ребенка. Отлично. Из младенца вырос в ребенка. Что у нас вот это вот такое лежит тут? Лежит, кто-то выкинул, оно лежит. А, так, откуда? Да, в прошлый раз, когда гоблины нападали. Воу-воу-воу-воу, тише, тише, тише. Давайте мы заберем вот эти все предметы. Я не знаю, будут ли носить наши дварфы тролльскую из шерсти тролля. Вещи какие-то. Кстати, вон еще, по-моему, да, у меня лежит. Да. Так. О, тут даже и лук и колчан есть, и серебряных болтов 18 штук. Ну, а все остальное у нас лезер, 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 лезер. Лезер — это неинтересно. Лезер нам неинтересен совершенно. Так, ну и что там наши шахтеры? Шахтерят? Нет? Что-то вообще не шахтерят, да? Давайте посмотрим. У менеджера, менеджер безработный, шахтер еще один безработный, наверное, просто они добраться не могут, да, да. Тут один шахтер должен прокопать. Давайте, может быть, как-нибудь вот так вот сделаем. Да, может, все-таки остальные шахтеры решат немного подключиться к делу. Правильно, у меня ж, насколько я помню... Да не, вот все шахтеры просто бездельничают. Почему вы бездельничаете-то? Мне, если честно, не очень понятно. Так, погодка расчистилась. Снег перестал идти. Стоп, а тут этот пес где, который тут сидел, я что-то не понял. Песик, где ты? А, реально пса здесь нет? Странно. Я его, наверное, куда-то переназначил или кому-то отдал. Вполне возможно. Так, у нас тут еще что-то лежит. Какие-то вещи. О, тоже, да? Давайте мы заберем все это безобразие. Но все-таки как бы кожаные какие-то, да, и тканевые предметы. Я не вижу никаких причин оставлять их валяться на полу. Пусть лучше заберут наши дварфы, может быть, их будут носить. Может, конечно, и не будут. Но это уже такое дело. Мелочь, как говорится. Да, засыпало так снегом все хорошенько. Ну, нам остается только надеяться, что закончится зима скоро. И вместе с зимой осада. Угу. А тут пока что стеночку я построить не могу. Мы, кстати, можем это дерево вырубить. Оно, в принципе, тут нисколечки не нужно. Ну, и мы, кстати,
Все дерево отсюда пособирали. Давайте мы еще пособираем вот эти вот болты, наверное. Так. Угу. Все, все. Три болта, как бы. Такое дело. Кстати, вон еще один валяется. А, да. А, это даже не просто болт, это тут еще куча предметов лежит. А, еще один медный арбалет, колчан. Ну и тряпочные разные предметы тканевые. Окей, так, что там у нас? Они едят и пьют. А что происходит, простите? Я что-то не понял. Они едят, пьют и бездельничают. Почему они не идут копать вот здесь? Что-то я не догнал. Может быть, что-то здесь с люками творится не то. Но с другой стороны, ходят нормально там дварфы. Почему они не могут здесь встать и копать? Давайте попробуем снести тогда какой-нибудь люк. X remove. Посмотрим, что будет. Потому что что-то тут не то. Ну, Карпентер, ты ж мимо проходил. Не мог люк снести? Никто не хочет люки сносить нам. Давайте посмотрим, как у нас тут уже. О, теперь я вижу точные цифры. Точные. У меня вот настолько-то оружие. Вот как раз армор у меня. Брони у меня очень мало. Очень мало брони. Угу. Импорт-экспорт. Одно мясо всего-навсего. Ай-яй-яй. Наверное, все быстро готовят, да? Рыбы нет, растений 8. Семян 500, выпивки 300. Всего лишь 300 выпивки. Хотя это, наверное, немало. Блин, ну это как-то грустно. То, что шахтеры не копают здесь. Почему они не копают тут? И этот и люк никто не идет убирать. Что-то я тут наделал такого. Или все камни носят? Ну, не все точно камни носят, потому что шахтеры камни носить не должны. По идее. Что-то странно. Давайте попробуем. Пам. Д. Как-то так. И сразу шахтеры пошли. Да, сразу пошли работать шахтеры. Странно. Но нам, по-моему, еще и ниже надо, да? Нам еще и ниже надо. Да. Даже, наверное. Хотя, с другой стороны, можно попробовать что-нибудь. Хотя, нет. Это у нас же все-таки зона, которую проходить никто не должен. Давайте обкопаем вот так вот. По
по-хитрому. Хотя, с другой стороны, воду носить придется далеко, да? Блин, точно. Воду придется далеко носить. Ладно, попробуем что-то такое сделать. Или, может быть, выкопать на самом деле где-нибудь вот здесь еще туннельчик. Или не выкопать. Ну, короче, пусть копают. Пусть копают то, что есть. И я надеюсь, что они уже копают интенсивно. Отлично. Еще девочку родили, блин. Когда им надоест рожать уже, я не знаю. Так, хорошо. Тут все выкопали. Идут вниз. И что-то не идут. Вниз. А, стоп, все, я, наверное, понял, почему они не идут вниз. Все оказалось гораздо проще. Убираем вот это все, всю эту ерунду. Убираем всю эту ерунду, да. Все у нас из-за ограничений нашей норы, да. Все из-за ограничений нашей норы. Пам-пам. Так, я тут ничего не отметил на удаление. Отметил. Стоп, ремувал, берем. Все, вроде бы все. А, теперь Burrow. Да, видите, у меня проблемы с этим делом. Так, так, так. И наверх поднимаем до сюда. Отлично. Все, теперь они будут нормально себе спокойно копать. А, кстати, вот здесь у меня... А, и они нормально ходят. Здесь у меня ограничения тоже как бы есть. Но они ходят себе спокойно, как у себя дома. Ну, точнее, они не должны там ходить вообще, по идее. Насколько я понимаю. Ну, ладно. Дело сделали. Все. Разобрались с этим. Теперь будут копать. Наконец-то вот пошли. Пошли копать. Все. Фух. Так, комбат. Комбат. Опять вороны. Гоблины убивают ворон. Хотят убить хоть кого-нибудь во время этой осады, да? Ага. Тролль опять превратился в оборотня. Но он не трогает своих, как ни странно. Но это как бы нам без разницы, по большому счету. По большому счету без разницы. Тут у меня уже выросли ягодки какие-то. И собирать их пора уже, по-моему. Так. Как у нас тут копка идет? Идет полным ходом. И он... интенсивненько убивают зверушек. Давайте посмотрим, что тут остается. Жир. Все остальное, наверное, забрали. Fat meat. Ну, мяса не так много с них сейчас. Может, нужно было подождать, чтобы они, не знаю, подросли немного больше. Ну, новых сейчас оставим. Пусть яйца откладывают, несутся себе тихонечко, и тогда... И тогда мы посмотрим, что из них вырастет. Как минимум, у нас сейчас уже довольно много разных предметов, которые мы можем отправить на продажу, да? Да, тут у меня он крафты стоят бесконечно. Все нормально. Только они стоят тут, а почему-то... Почему-то, короче, все занято. Так, тут у нас Carpenter Workshop. Что Carpenter у нас? Блин, Carpenter кровати может делать, и наши шахтеры должны, наверное, выкапывать новые... новые места для... для спален. Так, хорошо, у нас появился новый пезант. Давайте мы его... сделаем кем-нибудь сейчас. Кем мы сделаем? Шахтеров нам, по-моему, не надо. Майнинг у нас не актуален, по-моему, да? Хотя можно было бы вот этого
оставить механиком, архитектором, да, и убрать его с шахтерства, тем более он еще и Мейсон, да и этот тоже Мейсон, да, такой славный Мейсон. По-моему, они вообще не шахтерят, на самом деле у меня четверо он шахтеров, остальные, по-моему, не работают. Не работают все равно. Комет, давайте, комет. И где наш Пезант? Это кто вообще такой? Рестлер. Ха. Странно. У него получается... Так... Серебряное копье. Почему он тогда рестлер, если у него серебряное копье? Причем он уже с ним там практически сроднился. Вот наш Пезант. Ничем совершенно не занят. Чем мы его займем? Интересно, чем мы его займем сейчас. Но мне на самом деле понадобятся сейчас карпентеры и мейсоны в больших количествах. Так, я потерял тебя. Карпентеры и мейсоны. Пока что да. А там посмотрим. Потом будем карпентеров, мейсонов убирать. Давайте мы сейчас посмотрим, что у нас. Ну, по идее, должны заняться производством укладкой этих дорог. Мне кажется, рано или поздно наши дварфы. Ну, посмотрим. Пока что. Что-то не идет. Не идет. Дороги не идут. Так, хорошо. Пока что реально все хорошо, осада идет. Давайте посмотрим вглубь. Вглубь. Он медленно довольно копает через этот камень, да? Давайте закажем... Так, у М Q Rock Floodgate. Давайте штук 5 закажем флотгейтов, пусть они будут у нас. Угу. Так, а еще мне вот интересно, что... О, отлично, здесь теперь у меня тоже все пропали эти вопросительные знаки. Теперь я уже вижу четкие реальные числа. Это очень здорово. Яйца вижу, сколько конкретно каких яиц. Так, marble, steel bars, pig iron bars. Так, давайте stocks посмотрим. О, это уже тоже более четкие цифры. Хорошо, даже очень хорошо. Lay 39 lay, а мыло... Могу я как-то view? Dump forbid tab mod. Что вот это за мод? Что это за... Что это за железные щиты? А, это, наверное, те, которые где-то на ком-то сейчас одеты, да? Вот на тех ребятах, может быть, на нападающих. И они с кавычками такими, да? Может быть. Они есть на карте, но они нам не принадлежат. Хорошо, теперь я зато все вижу. Вот платиновых статуй у меня еще 5 штук есть. Так. Хорошо. Да, это здорово. Это очень приятно на самом деле. А давайте мы посмотрим на буккипер. Он пока что буккипер. Хорошо. И давайте мы глянем на его скиллы социальные. Так, прочитаем сейчас. И у него рекорд-кипер должен. Навык рекорд-кипинга был возрасти. Да, вот он наш буккипер, причем так хорошенечко возрос уже на пятый левел сразу. Окей, здорово. Так, продолжаем, не отвлекаемся. Еще немного здесь выкопать, потом тут расчистить и
Туннельчик сделать побольше. Можно, кстати, даже вот так вот его продлить, чтобы воды здесь было как можно больше. Глубиной, наверное, в один слой мне хватит. Ниже там делать мне что-то не очень хочется. Там. И так вроде норм. И здесь мы будем... Давайте, может быть, сразу... Так. Сразу, я думаю, можно попробовать поставить, выкопать, точнее. Пам-пам-пам-пам-пам. Channel, я что-то завтыкал. Channel копаем где-то здесь, наверное, да? Channel. Пам. Отлично. А. Все, channel. Хорошо. Build. Давайте мы построим здесь стеночки, наверное. Из, я не знаю, какого-то камня. И здесь еще построим стеночки. А здесь выкопаем нормальный проход. Я об этом что-то не позаботился еще. Хорошо, займем остальных наших шахтеров. Этот пусть пока как раз докопает вот до этой части. Тут будет чем им заняться как раз. Шахтерам расчищать есть что, да. Тут движло какое-то... А, они же у меня точно, они же у меня камни-то носят еще, да. Я совсем забыл, что они еще и носят камни. Интенсивненько носят камни сюда, да. Ну и у них-то хорошо получается, по-моему. Вполне так хорошо получается. Так. Вроде поблизости габлоты нет никакой. Это хорошо. Ну, ждем. Теперь ждем мы, когда снег будет таять. Когда начнет снег таять, когда будет теплеть, когда наступит весна. Я надеюсь, это случится рано или поздно. Чем мы там камни какие-то нашли? Угу, зелененькие камушки. Ну зато теперь есть шахтерам чем заниматься тут. Так, фермер. Producing leaf brewer. Да, мы тут чем-то еще занимались таким интересным, пытаясь, да, перемолоть. Так. Quern. Mill plants. Seed nuts to paste. Давайте мы вот так вот сделаем, да, пока что, наверное. А тут у нас make cheese, mill creature. Процесс plant to bag. Давайте мы поставим тоже. И продолжим переработку растений. Рокнаца того же. Масла нам, в принципе, не надо, а вот из пасты можно много еды делать. Можно много еды получать, это замечательно. Пока никто не спешит сюда, все заняты переноской камня. Это более веселое и увлекательное занятие, видимо,
Ну, спорить я с ними не стану, конечно. Не стану. Склады я пока что так и не сделал. О, кстати, мы можем теперь сделать склад для мыла. Попробовать найти мыло, где оно лежит. Мыло, щелок, точнее, который, да, и жир. Давайте это будет у нас мыловарительный склад. Это нам не надо. Фуддом. Это нам не надо. Фэт. Фэт как раз нам нужен здесь. Только нам нужен не фэт, а теллоу. Здесь именно. Или можно здесь будет сразу поставить эту мастерскую по переплавке. А, это просто в... Да. Ага. Так. Forbid permit. О, все. Давайте мы оставим здесь только теллоу. Ну, там, наверное, слишком много его. Да. Falcon Man. Что-то я подозреваю, что там его реально слишком много. Потому что много разнообразных животных, много разнообразных птиц. Блин, жалко, что нельзя отдельно отделить Fat от Tellow и одной кнопочкой выделить. Блин, это печально. Давайте я нажму на паузу, но я сделаю то, что я хочу все-таки. Ура! Это победа! Но это было невероятное количество разнообразных животных и вообще живых существ, в которых мы можем получать жир. Это... Я даже думал забить. Я больше так никогда делать не буду. Такой ерундой страдать совершенно никогда. Это просто ужасно было. Так, дальше. Что нам нужно еще? Finished goods, наверное. Давайте посмотрим... так, нужно enable, и давайте посмотрим, metal gem, wood, plant, torch, horn, shell, wax, yarn, воск, нет, тут нам ничего не надо, other materials, так, stone, clay, нет, тут нам ничего не надо. Вот, может быть, тут, нет, это чисто дерево. Не надо. Так, ладно, тогда может быть в bars blocks metal нам не надо. Forbid. Coal, potash, ash, perlash, soap. Так, вот это нам не надо. Ash. Подождите, ash у нас хранится где? Где-то с другой стороны надо ash поставить храниться. Здесь только мыло. Будут складировать мыло и этот жир. Жир. Forbid. А что нам еще надо? Нет, все правильно. Лей. Это щелок. Угу. Все. А здесь я сделаю склад для... Для... Как он? Пепел? Не пепел, для золы. Для золы. Так. S. Закрываем. Открываем bars blocks. Forbid. Так. Нет. E. Так, хорошо. Можно там еще что-нибудь будет добавить. То есть здесь, получается, делают золу, сносят ее сюда. Потом вот этот вот товарищ, который делает
Щелок берет золу с этого склада, делает щелок, относит золу сюда. С этого склада золу берут наши мыловары, варят мыло и складывают его сюда же. Да? Нет? Да. Жир и золу и мыло, да? Получается, я поставил жир, золу и мыло. Ну, пусть будет так, пусть будет так. Дальше посмотрим. Сейчас будут выносить все из этих складов. И, кстати, у нас заканчивается уголь. Что там наши вудбернеры делают? Давайте мы их освободим. Вудбернеры. Давайте оба два будут у нас вудбернера. Да. Бонкрафтер он у нас. Ладно, значит, ты будешь у нас чистым вудбернером. Бонкрафтер, ты нам... Как бонкрафтер ты нам не нужен. Комет. Окей. Будешь только заниматься переработкой дерева. Где-то отменили конструкцию стены. Почему? Непонятно. Давайте посмотрим, какую из этих стен отменили. Вот эту, да, S. Вернем ее. Пусть еще разок попробуют. А тут что-то плохо у них получилось с первого раза. Так, тут потихонечку уже выкапывают. Еще немного осталось и будут копать наверх. Пусть занимаются ребята. Я думаю, как раз, может быть, в этой серии успеют. Выкопать как минимум, да, закрепить этот, может быть, мы не успеем. Давайте посмотрим. У М Флотгейт 1 нам уже сделали. Мы успеем его, в принципе, может быть, поставить. Но, с другой стороны, нам, в принципе, сейчас не к спеху. Все равно вода замерзшая. Все равно тут бегают страшные тролли и гоблины противные. Поэтому будем пока что ждать. Будем просто ждать и наблюдать за противником. И за нашими тоже ресурсами надо наблюдать внимательно. А то будет обидно. Кстати, смотрите, да? Дринки наши-то тают прямо на глазах. Будет обидно, если наша крепость сейчас просто с голоду помрет. Это вообще будет обидно. Это, я не знаю, нонсенс будет. Но работа есть. Работа есть, и та, и другая. Ну ладно, будем надеяться, что пивасик у нас не закончится. А с другой стороны, там приедет караван, мы у него купим много всего интересного, и будет уже хорошо. Кстати, давайте, пока караван-то не приехал, мы... начнем складировать. Мне вот ребята еще в комментах подсказали, что можно поставить Shift V. Ага. В склад поставить корзины. Вот в эти склады можно поставить корзины. Давайте Wheelbarrows уберем отсюда. И корзинки, это здорово будет. Очень здорово. В корзинках будут вот эти слитки все занимать гораздо меньше места. Но, конечно, сейчас этим кто-то начнет интенсивно тоже заниматься. Таскать. У меня много чего таскать тут есть, но... пока что... Да. О, начала уже таять потихонечку водичка. Хорошо. Хорошо. Это меня очень радует на самом деле. Очень радует. Это значит, что скоро весна и скоро конец осады, по идее. Главное, чтобы гоблота все это не психанула и не ворвалась в крепость в самый последний момент. Это будет немного обидно. Но пока что да, пока что все хорошо. Мы трофеев себе оставили с этой осады, уже приятно. Две клетки с троллями. Можно ли приручить троллей? Давайте я пока быстренько загуглю. Так. Наверное.
тролля приручить нельзя. Нельзя приручить. Так. Сейчас посмотрим. Погуглим о троллей. О троллях. А, да, нельзя приручить. У тролля написано. Понятно. Они еще и в подземельях встречаются иногда, да, в этих в подземных пещерах. Это огромные, хищные, опасные подземные существа, которые часто появляются под командованием гоблина во время осады. Известной своей способностью устрашения. Являются разрушителями построек. Будут направляться к вашим постройкам просто ради удовольствия полного разрушения. То бишь, как раз двери они должны, по идее, ломать. И все остальные постройки тоже. Во время осады они выполняют функцию таранов. Так что проектируйте вашу оборону соответственно. Их бледно-голубая кровь может украсить стены крепости причудливым рисунком в сочетании с красной кровью их хозяев гоблинов. Отлично. Тролли появляются во время гоблинских вторжений, могут обладать не воинскими профессиями. Так. В качестве питомцев в своей крепости гоблины могут их использовать. Ух ты. Стричь шерсть троллей. Отлично. Гоблины могут. Мы не можем. Мы вообще ничего не можем с троллями делать. Мы можем только смотреть, как они бродят по нашей крепости. Но ничего. Когда-нибудь. Все еще будет. Пока что у нас ничего не происходит. Давайте посмотрим, как там наши копатели копают. Так, у нас зверюшка выросла. Хорошо. Это всегда приятно. Больше там ничего нету. Вроде ничего нету. Теперь у нас появится еще одно новое животное. Возможно, ну, правда, неизвестно, какого оно пола. Возможно, мы сможем доить его тоже. Так, хорошо. В принципе, тут у нас уже все готово к заливанию. Осталось только, да, может быть, камни все собрать. Как минимум, драгоценные сейчас соберут, а остальное, наверное, уже потом как-нибудь. Так, надо внимательно посмотреть, нет ли у нас тут ничего такого, чтобы нам помешало выкопать все это дело. Вроде бы нет. О, дварф уже просто сросся с медным маленьким щитом, с баклером. Так, гоблота, что вы? Что вы сюда пришли? А ну уходите отсюда. Вы нам здесь не надо. Так, 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 смотрите, они подходят такие. И вроде ничего. Вроде бы ничего. Просто подходят такие. Все. Как подошли, так и ушли. Это меня радует. Все чудесно. Никаких боевых отсчетов. Все, пока живем спокойно. Так, что у нас тут? Дварфы. Копают. Слив копают уже, надеюсь. Да, копают. Хорошо. Вверх уже пробираются. Так. Еще буквально чуток. И можно будет ставить флотгейт сюда. Можно, кстати, пока что рычаг где-нибудь установить. Установить где-нибудь рычаг. Наверное, я установлю его, чтобы не путаться где-то здесь. Так, опять я эту стенку не смог сделать. Что за беда с этой стенкой? Так, build door. Давайте мы построим здесь две двери. Ну так, чисто приколу. И построим здесь Shift N, по-моему, нет, Shift T, Lever. Построим здесь Lever. Неважно какой. Кстати, механизмы заканчиваются. Это неприятно.
это неприятно. А раз неприятно, значит, нужно это дело исправлять. Так, механизмус. Давайте 30 штук вперед. Думаю, не ошибусь, заказав 30 штук. Так, хорошо. Это же у нас, да, просто глина, да, глиняные стенки, все нормально. Не решились пойти дальше копать дварфы почему-то. Почему же? Неужели у меня здесь стоит... О, снежный шторм начался, блин. И дварфы будут не очень рады снежному шторму. Так. Да, у меня здесь нету моего этого... Нары. Нары нету. Нары нету. Теперь есть нора, все. Дварфы пошли копать. Я надеюсь на это. Да, да, должны. Должны пойти копать. Окей. Что у нас тут с семенами? Пламп-хелмоты и снова пламп-хелмоты. И семян пламп-хелмотов нету. А знаете ли вы, что это очень печально? Хотя... Может быть, есть сами пламп-хелмоты. Давайте мы посмотрим на кухню и увидим, что пламп-хелмотов у нас два. Это печально. Так, дворфийское вино, сыр, хорошо, яйца, так. Quarry Bush Leaves. Отменить готовку листьев. Не надо мне готовить листьев. Rock Nuts тоже не готовятся. А Rock Nuts пасты пока что я не вижу, да? Rope Ritz. Так, но мы листья можем молоть в пасту, но... Ага. Так. Странно, почему нам не хватает... Чего нам не хватает семян? Странно. Ну ладно. Посмотрим. Но, конечно, запасы еды у нас потихонечку заканчиваются. Мясо-то есть, да. А вот в целом запасы еды заканчиваются. Наверное, надо перестать готовить жирные блюда. Жирные. Они не очень еще жирные, но в целом, да, наверное, надо перестать готовить их. Отменить и начать делать снова обычные изи милы. А здесь пусть будет рендерфет всегда. Кстати, рендерфет можно поставить будет еще вон где-нибудь здесь. Да. Парочку мастерских тут сделать можно. Так, одну здесь. Одну. Наверное, где-то здесь все-таки. Точнее, не так, а вот так. Нет, мне не нравится. О, тут мокрый камень уже, да? Тут уже прокопать-то нельзя. Если даже я и очень захочу. Ну, потому что сверху у меня, да, там... Водопадики. Так, что-то никто не копает пока. Да, наверх вот сюда? А, копают. Хорошо, пошли копать. Отлично. Там больше одного дварфа просто не влазит. Остальные сейчас пойдут сюда. Комнатки нам дополнительные делать. Угу.
Хотя вот тут, наверное, я... Вот эту комнату надо было по-другому делать, так как я там снизу делал. Ну ладно, в любом случае. Уже хорошо. Ну почему ты не прокопал этот камень? Да что ты будешь делать? Пошел кто-то другой сюда копать ему. Понятно. Так, а сейчас я могу... Нет, пока не могу. Мешочек где-то унесли. Куда-то, видимо. Так. О, есть контакт. Давайте мы теперь поставим Build Floodgate, кнопочка X. Вот тут. Пам-пам. Окей. Ну и будем ждать, пока его установят. Потом закроем стеночкой. Закроем стеночкой. Вот этот вот проход. Даже, наверное, вот этот вот проход мы закроем все-таки стеночкой, а не этот. Тут можно дверь будет поставить. Не знаю зачем, но пусть будет. Так, а здесь build well. Well, поставим здесь сразу колодец, пусть строят. Rock salt block, persimmon bucket и платиновая цепь. И что у нас? Механизм какой-нибудь, неважно. А, механизмов там 10 было, а не 3. Так, ну хорошо. Хорошо. Пока осада еще не снята. Комбат кто-то где-то воевал. Скунс. И гоблины решили пойти еще и скунсу вломить. Чтобы обидно не было, наверное. А вот, кстати, они подошли. Подошли, гоблота такая подошла, да? Ну, я думаю, они пройдут дальше, мимо, как и в прошлые разы. Да, вон там тролли еще. Но в любом случае, ребят, я, наверное, на этом серию закончу. У нас уже 57 минут. В следующей серии мы... Я надеюсь, уже таки дождемся окончания осады. Сделаем себе нормальный колодец уже с чистой проточной водой из речушечки, да? Вот. И что? Не будем ждать дальше каравана, будем ждать дальше новых мигрантов, да, как-никак. Они явно приедут еще, у меня нету лимита, лимит там, по-моему, 200 человек. Ну и будем дальше развиваться, выживать, строить нашу крепость. Я хочу тут башенку попробовать построить и лучников туда сажать. Вот, ну, посмотрим, посмотрим. В любом случае, всем спасибо за просмотр, всем пока и увидимся в следующей серии.